Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Победилова задолжала сотрудникам почти 4 миллиона. Проверку на предприятии провела Кировская транспортная прокуратура. Она установила, что за апрель сотрудникам не выплачено 3 миллиона 700 тысяч рублей. Долг образовался перед всеми работниками. Это почти 300 человек. Прокуратура внесла руководству аэропорта представление об устранении нарушений и завела административные дела. Как сообщается, сейчас руководство Победилова принимает все необходимые меры, чтобы рассчитаться с людьми. Долг сокращен почти до 600 тысяч. Программа «Экономика». Прокуратура хочет взыскать с бывшего главы Афанасьевского района 81 миллион. Эту сумму экс-чиновник должен выплатить за вред окружающей среде, причиненный в рамках его незаконной предпринимательской деятельности и превышения полномочий. Именно по таким статьям он был ранее осужден. Судом установлено, что глава района руководил компанией «Афанасьевский мелиоратор» через своего сына и обеспечивал ей покровительство и выделил без торгов муниципальную землю для хранения отходов лесопиления в месте, где такие отходы хранить запрещено. Этой деятельностью чиновник занимался на протяжении 4 лет. Оцененный ущерб окружающей среде – 81 миллион рублей. Суд первой инстанции постановил, что чиновник должен возместить ущерб, но в апелляции эта часть решения была отменена. Теперь прокуратура направила иск в суд с требованием все же взыскать эти деньги. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Основа любого бизнеса – это люди. Банк «Хлынов» понимает, как важно именно сейчас сохранить команду, которая работает над общим делом. Благодаря своей команде банк пережил кризисы 90-х и 2000-х, а сегодня «Хлынов» помогает сохранить коллективы предприятий, салонов красоты, частных учебных заведений, торговых центров, ресторанов, ремонтных мастерских – всех, кто соблюдал и соблюдает карантин. Банк дает возможность компаниям обеспечивать сотрудников на прежних условиях и предлагает кредиты на выплату полного размера окладов без дополнительных комиссий. Подробная информация по телефону 8 800 252 37. А у КБ «Хлынов» лицензия ЦБРФ номер 254. Программа «Экономика» на 101 FM.